Я разместила объявление на сайте Авито о том, что делаю временную регистрацию гражданам СНГ. В связи с этим мне позвонил гражданин Узбекистана и попросил сделать ему временную регистрацию. Мы встретились с ним 24 числа возле здания УФМС, где он мне передал денежные средства в размере 10 тысяч рублей и паспорт для того, чтобы поставить печать регистрации. Так как я не планировала ставить регистрацию, то скрылась вместе с денежными средствами и паспортом. Я через сайт интернет, через Авито нашла одну девушку, нашел прописку. Я ей дал паспорт и 10 тысяч денег тот день. И она паспорт забрала и денежки. И потом на мои звонки не отвечала, еще раз звонила она, еще 10 тысяч требовала. И после этого она пропала. Угрожала, что если до 2 часов ты не вернешься, на карту не скинешь денежки, я паспорт выкину на мусор. Я попросил полицейских помочь, благодаря им ей это нашли, и моя паспорт. Мне паспорт вернули, благодаря им. Спасибо всем полицейским.